А ну стоять, вы куда? Мне кажется, вы выглядите подозрительно. Что у вас под каской? У меня ничего, совсем ничего. Давайте это проверим. Сейчас же снимайте эту дурацкую каску. Что у вас там? Что? Ничего нету. Ну вот, только зря падала. Извините, пожалуйста, проходите. Вот наша раковина. Не знаю, почему она не работает. Даже умыться не могу. Без проблем, все будет сделано. Не волнуйтесь, я чистая. Чистый. У меня с собой нет ничего запретного. Сейчас я быстренько починю кран. Для начала нужна вот эта огромная штуковина. Все, уже почти готово. Первый, я второй. Да ты что? Я же говорила, что с ним надо пожестче. Пока вы там болтаете по рации, я доставлю малыша до пункта назначения. Ползи, мышонок, Алекс тебя ждет. Какой ужас! Откуда здесь мыши? Нужно прочистить трубу. Почти готово. О, мышонок, ты снова здесь? Видимо, Алекс искал не тебя. Ну что, как дела, уже готовы? Одну секунду. Откуда тут вода? Помогите, что происходит? После таких водных процедур никаких мышей точно не осталось. Я вся мокрая. Вы же должны уметь обращаться с трубами. Откуда тут мышь? Какая мышь? Ой, кажется, мне уже пора бежать. У меня еще целая куча работы. Я так и знала, что тут что-то нечисто. Ну, погодите. Приветики. Стоять, вы кто? Не переживайте, я всего-то принесла еду. Посмотрим. О, и правда бургеры. Классно. И курочка из KFC. Обожаю ее. А что еще у вас есть? Нет, не открывайте! Зачем вам мучиться? Лучше возьмите ведро из KFC. Приятного аппетита. А я пойду у других накормлю. Алекс, привет! Я принесла тебе твоего друга, смотри! Друга? Ура! Что? Ну, этого кролика я впервые вижу! Это не мой Билли! Ты все напутала! Ну, наконец-то я вкусно пообедаю! Стоп! Откуда тут кроличий мех? Ну, сейчас я покажу этой поварихе. Я так и думала. Может, хватит постоянно меня обманывать? А вы вообще о чем? У меня только еда. Сейчас мы узнаем. Предлагаю сыграть в игру. Угадайте, где лежат бургеры? Ты что делаешь? Где кролик? Надо вспомнить. Точно, он здесь. Пусто? Тогда здесь! Блин, просто вкусные бургеры. Тогда он здесь. Не может быть, я только что видела его в твоих руках. Думаю, вам просто показалось. Меня тут совсем не ценят. Пожалуй, пойду. А ну отдай мне бургер. Мне нужно перекусить. Фух, пронесло. Кролик, ты такой молодец! Я не думала, что ты будешь так спокойно сидеть под моей поварской шапкой. Ну сколько можно стоять? Вы кто? Вы мне напоминаете Милу. Кажется, что вы похожи. Кто это такая? Я пришла сюда, чтобы покрасить стены. Видите? У вас краска отваливается. Нужно все переделать. Да, действительно. А что в ведре? Может, там совсем не краска? Краска, можете сами в этом убедиться. Ладно. А теперь покажите валик. О нет, кажется, я попала. Как больно! Меня кто-то укусил! Что это было? Теперь у меня очень сильно болит палец. Ну, сейчас я тебе устрою. Сначала догони запросто. Я все равно тебя поймаю! Ох, хорошо размять косточки! Раз, два, три, четыре!
Странно, а почему так щекотно стало? Помогите! Спасите! А, очень весело! Алекс, что с тобой? Откуда в тюрьме взялся этот милый пушистый хомячок? Ну это же твой Билли! Что? Нет, это опять не мой Билли! Ну сейчас я тебя проучу! Смотрите, там что-то летит! А ну стоять! Все равно убежала! Я тебя поймаю, вот увидишь! Хал гоняется за простой девчонкой! Тебе смешно? А ну отдай сюда хомяка! И сиди тихо! Теперь у меня есть маленький друг. Я назову его Степой. Надеюсь, мы подружимся. Мой хороший. Приветики! Стоять! С животными к нам нельзя. Ну ведь это Чичи! Она помогает мне показывать фокусы. Вы же любите фокусы, я могу показать. Нет, нам здесь сумасшедшие не нужны. До свидания. Зря вы так думаете. Я прямо сейчас покажу, на что способен. После того, как вы посмотрите на этот амулет, вы уснете. Раз, два, три. Сработало! Какая же я молодец! Проход открыт. Алекс, смотри, я принесла Билли. Да это опять не он! Хотя он может быть полезен. У него ключи от моей камеры. Точно, я смогу тебя выпустить. Открывай скорее решетку. Готово. Ура, я на свободе. И все благодаря мартышке. Ее зовут Чичи. Одну секунду, нужно переодеться. Я не смотрю. Не волнуйся, ну я же в трусах. Думаю, Чичи чем-то похожа на меня. Если он останется здесь, то я спокойно могу сбежать. Никто и не заметит. Классно придумано! Никого нет. Пора валить. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой, что я наделал? Сматываемся! А, что происходит? Откуда шум? Так, так, так. Где Алекс? Что произошло? Какой ужас! Этот волшебник превратил его в обезьяну! Привет, мой малыш Билли! Я так по тебе скучал! Я очень тебя люблю! А ну стоять! Вы кто такая? И зачем пришли? Я врач! Это запланированный осмотр заключенного. А что в чемоданчике? Вот, смотрите. Может, мне и вас полечить? Ну уж нет, спасибо. Ну все, я пошла, уже вижу больного. Он больной. Да не смешите. Посмотрите, здоров как бык. Алекс, ты больной. Я? А, да. Как же мне плохо. Сердце болит, живот болит. Да что же со мной такое, врача? Да уж, ему и правда нужна помощь. Проходите. Спасибо. Привет. Ну, наконец-то. Принесла дружка. Да, я нашла твоего малютку. Старое доброе двойное дно меня спасло. Вот. Держи. Какой прикольный! Только это не мой дружок! Опчи! Убери его подальше, у меня аллергия на кошек! Ну вот, теперь у меня еще и... У меня еще и чесотка! Ой! Ой, кажется, котик нашел себе другого друга! Я пошла ловить этого хулигана! Что это там такое? Что-то шевелится. Значит, где-то есть зверь. Это не то, что вы подумали! Рыжик, больше так далеко не убегай. Простите, вышло небольшое недоразумение. Я домой, мне пора. Ох уж эти врачи.
я найду эту подругу всех кошек. А ну стоять. Приветики, я пришла убираться. Я должна вас осмотреть. Ну, вроде все в порядке. Но что-то здесь явно не так. Точно. Покажите, что у вас в ведре. В ведре? Ну что вы такое говорите? И вообще смотрите, как тут грязно. Пропустите, пожалуйста, дайте пройти. Аккуратнее, аккуратнее. Думаешь, это все? Я тебя еще не досмотрела, уборщица. Алекс, привет. Скорее смотри. Кажется, я нашла твоего любимчика. В этот раз пришлось пронести его в ведре. Этот золотой малыш твой? Да? Держи. Золотой? Но это же рыбы. Конечно, это не мой дружок. Что? Не кричи. О нет, я все разлила. Надо срочно что-то делать. Рыбки, простите, но другого выхода у меня нет. Готово. Что тут происходит? Я слышала крики. Алекс, что с тобой? Извините, у меня несварение. Ой, что ж ты сразу не сказал? Давайте уйдем. Как-то неловко вышло. Ух, пронесло. Ничего себе! А рыбкам там очень даже комфортно. Ну когда же она найдет моего дружка? Я так скучаю. Больше никого не пущу, Кия! Все у меня получите. Упс. Здрасте, у меня ремонт. Видите, даже целый чемодан инструментов притащил с собой. Показывайте, что внутри. Легко. Вот, тут все, что мне нужно. И правда. Точно. Пока вы здесь, вы можете помочь мне? У меня ножка у стула сломалась. Ну, конечно. Тут мне поможет самый обычный скотч. Нет ничего более надежного. А вы в этом уверены? Ну, ладно. Пойдемте со мной. Покажу, что там сломалось. Я почти у цели. Пришли, думаю, дальше я сам справлюсь. Мы еще не дошли. Проблема у нас в этой камере. Тут совершенно нет света. Вам нужно повесить лампочку. Думаю, справитесь. Вот, прошу. Да-да, понял. Эй, Алекс, не хочешь навести порядок в камере? Нужно протереть пыль. Кажется, дырку надо делать здесь. Чем бы ее сделать? Думаю, молоток как раз сойдет. Нет, не то. Нужна дрель. Да, точно. С дрелью точно получится. Погнали. Что это такое? Почему так громко? Спокойно, просто идет ремонт. Так, дырка готова. Осталось самое важное – просунуть туда питомца. Надеюсь, Хрюндель – это и есть тот самый дружок, о котором говорил Алекс. Это еще что такое? Что случилось с моим дружком? Ой. Алекс, что такое? Как ты? Да что ж такое-то? Интересно, что такого страшного он увидел? Это что, свинья с ушами собаки? Ой-ой. Видимо, поросенок не совсем дружок. Ладно, буду искать дальше. Упс. Ну и вонь. Пора помыть ботинки. Тихо-тихо-тихо, малыш спит. Мы пришли проведать папочку. Стоять. Сначала докажите, что вы знакомы. Да-да, вот наше свадебное фото. О, тогда вопросов нет. А можно поиграть с малышом? Не стоит, он спит. Ну ладно, я поняла. Конечно, проходите. Мой любимый дружок. Алекс, я здесь.
Ты что, меня не узнал? Это же я, Мила! В этот раз я точно принесла тебе твоего дружка. Смотри! Ну, это же он? Малыш, дружок! Наконец-то я тебя увидел! Иди ко мне, сладенький! Ты бы знал, как я соскучился! Кстати, у меня есть подарок для вашего малыша. Вот. Так, что тут происходит? Мила, это уже слишком. Ну, наконец-то я тебя поймала. Теперь ты будешь сидеть там же, где Алекс, понятно? Умоляю, пощадите, я не виновата! Но я же хотела как лучше! Какой ужас! Неужели я в тюрьме? Умоляю, выпустите! Нет! Хорошо вам повеселиться, голубки! Нет! Спасите! Помогите! Ого! Где это мы? Вас ждет челлендж! Кто-то из вас получит шоколадный фонтан. Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами. Но есть одно очень важное «но». Рисовать нужно ртом, а не руками. Ну все, у вас есть 1 минута, и она уже пошла. Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет. Что? Да ты проиграешь. Потому что лучший рисунок будет у меня. Бинго! У тебя? Разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет. Выиграю я. Тем более мне только что пришла очень крутая идея. Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать. Ай, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной. За такое нужно проучить. В этом мне поможет простое перышко. И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала. Или еще чем похуже. Теперь Сьюзи точно проиграет. Ах так? Ты еще и смеешься, тогда ты тоже проиграешь. Получай. Какой кошмар, да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам. Нет, не надо, умоляю. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже. Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть. У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива. Мила, ты выиграла. Ура! Теперь он весь будет моим. Приветики, вкусный шоколад. Мы тоже хотим немного шоколада. И мы его получим. Как же вкусно! Как же я рада, что победила! Такое блаженство! Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно? Да ну вас, воровки! В этот раз ваш приз будет куда более оригинальней. Видите этого милейшего песика? Так вот, приз – это не он, а та какашка, которая от него осталась. В этом раунде снова придется рисовать ртом, так что постарайтесь. Время уже пошло. Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку. Итак, приступим. Чтобы рисунок был более достоверным, нужно добавить запаха. Я даже знаю, как это сделать. Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо. Упс. Да, я просто давно не мыла ноги. Рисовать ногой – это трудно, а вот рисовать локтями – это куда более удобное решение.
ладно, не проблема. У меня этих фломастеров еще целая куча. Ну давай же! О нет, кажется, я отстаю. Девочки, хватит рисовать, пора показывать, что у вас получилось. Вот, смотрите. Мила, какашка, конечно, ничего, но я видал и получше. Вот, например, у Сьюзи. Это же шикарно! Супер, я в восторге. А у Джули какашка получилась так себе. Видно, что она хотела проиграть. Так тому и быть. Настоящую какашку получает именно она. Что? Но мне стало плохо. Плохо из-за Сьюзи. Нет, я не буду есть этот ужас. Придется. Таковы правила. Какой кошмар. Буду представлять, что это просто шоколад. Ну что, и правда попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад. Девчонки, хотите тоже? Да уж нет, спасибо. Как-то обойдемся. В этом раунде вашим призом станет рыбка. Ароматная и совсем невкусная. Ну а рисовать вы будете соусами. Мне кажется, что это довольно весело и необычно. Так что можете приступать, время пошло. Я еще никогда не рисовала соусом. Надеюсь, у меня получится красиво. Как же их много! У меня будет такой большой выбор! Но почему весь мусор на мне? Я вам не помойка! Так, я тоже считаю, что пора приступать. Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала. Пожалуй, начну с кетчупа. А я начну с сырного соуса. Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы. Ну что ж, приступим. Ничего себе, как быстро он закончился. Нужно поскорее найти ему замену. Кажется, получается очень даже неплохо. Да у меня талант. Блин, даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего. Мне стоит поторопиться. Точно. У меня же 5 пальцев, а значит 5 кистей, которыми можно рисовать одновременно. Пахнет очень вкусно. Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую. Какая вкуснотища! Нет, этого мало. Я хочу съесть побольше соуса. Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет. Кажется, на этом мои соусы закончились. Ай, нет, только не на мой рисунок! Ну вот, я все испортила. Как же вкусно! Блин, кажется, я съела все соусы. Теперь я точно проиграю. Ну что, девчонки, время вышло, пора бы посмотреть, что вы там нарисовали. У меня остается только один выход. Поменяться рисунками с Сьюзи. Я жду. Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу. Мила, покажи, что нарисовала ты. Ого, выглядит неплохо. Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел. Сьюзи, а ты совсем не старалась. Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку. Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу. Мне? Но ведь это все обман. Ха-ха, кому-то придется есть мерзкую рыбу. Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить. У меня и горелка есть. А, что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться. Так, да. Кажется, нужно направить ее на рыбку. Смотрите, какая аппетитная получилась. Наконец-то я смогу нормально пообедать. Такая вкуснятина!
Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз. А именно этот пушистик. Вы должны будете сделать себе грим котика. Кто лучше нарисует, тот и получит малыша. Как всегда, у вас есть одна минута, и она уже пошла. Я и сама похожа на котика, так что мне не придется дорисовывать много деталей. Сьюзи, ты себя переоцениваешь. Всем понятно, что выиграю именно я. Носик уже готов, остались усы. Так, никто же не запрещал использовать зеркало. Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим. А вот с зеркалом гораздо проще. Я уже почти закончила. Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший. Ого! Мила, смотри, Джули жульничает. Она использует зеркало, хотя нельзя так делать. Думаю, ее нужно проучить. Согласна. Я даже знаю, как именно. Эй, ты что делаешь? Зачем? Так весь грим испортится. Ну вот, я теперь точно проиграю. А я так хочу себе этого малыша. У меня появилась идея, как устранить еще одну конкурентку. Сьюзи, ты немного не доделала носик. Если хочешь, я тебе помогу. Давай, если тебе не сложно. Я буду только рада. Вот теперь ты выглядишь гораздо лучше. Вылитый котик. Спасибо огромное, я всегда знала, что мы подруги. Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш. Джули, на такое даже смотреть нельзя. Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного. Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем. Что? Пирата? Ах ты, Мила! Хитрюга! А вот грим Милы, кстати, получился очень даже милым. Так что Пушистик теперь будет дружить с ней. Ура! Я буду тебя любить и кормить. Ты будешь... О, нет! Кажется, у Милы аллергии на котят. Ничего страшного, мы сами справимся с Пушистиком. Ого, Мила вся покраснела. Нужно бы врача вызвать. Да, Пушистик. Какой хороший.